Музыкант и композитор Бауыржан Кубингалиев из Актау готовится к премьере своего произведения «Түбек толғауы». Симфоническая поэма будет подарком горожанам к 25-летию независимости Казахстана. Рассказывает она о народе, дружбе, патриотизме и, конечно, любви, главных ценностях каждого человека. Эта работа занимает особое место в истории успеха молодого композитора. Лауреат республиканских конкурсов Бауыржан Кубингалиев за работой. Известные кюи казахских композиторов получают вторую жизнь в звучании оркестра. Главная цель – передать все нюансы начального произведения, рассказать нотами о том, что хотел сказать автор, живший, допустим, в 17 веке. Многое зависит от настроения. Я пишу музыку, основываясь на работах казахских классиков. Бывают муки творчества, конечно, но на то оно и творчество, чтобы создавать шедевры. Первый результат слышит моя жена, мой первый критик. В трудные минуты мне помогает мой наставник, заслуженный деятель культуры Казахстана Рахат Мадреев. Одно из самых громких творений Бауыржана Кубингалиева – симфоническая поэма «Түбек толғауы». Он создал ее для оркестра из 70 человек, прописал партию каждого исполнителя. Работа заняла около 3 месяцев. «Түбек толғауы» – симфония, поэма. «Түбек толғауы» рассказывает о Мангистау, об истории края, о его людях и неповторимой природе. Я посвятил произведение памяти Каршыги Ахмедьярова, выдающегося композитора современности, взял за основу его кюи. Композитор пишет музыку в выходные дни. На неделе просто нет на это времени. Все расписано по минутам. С утра, к примеру, уроки в колледже искусств по классу домры примы и шертера русского и казахского народных инструментов. Это румынский танец. Чтобы каждый звук должен быть чистый, чистый звук. Чтобы так ля-си, ля-си, до-си. Чтобы так не было такого. Точно, точно, чтобы чисто все было. Сейчас все медленно. Сейчас только разбираем, поэтому медленно, только медленно, чтобы все звуки чистые были. Для своих учеников он яркий пример успешного человека. Еще студентом Бауыржан Кубингалиев стал лауреатом международного фестиваля «Шабыт» и конкурса имени Курмангазы, а также победителем республиканского конкурса дирижеров. И это далеко не полный перечень его побед. После занятий с учениками, репетиции с оркестром, где он второй дирижер. Бауыржан Кубингалиев сначала был для меня наставником, теперь мы коллеги. Он не просто талантливый человек, но и очень отзывчивый. Всегда поможет, всегда подскажет. В планах у Бауыржана Кубингалиева выпустить сборник из 10 произведений, которые он переложит для домры примы. Объясняет, собрание расширит возможности музыкантов, исполняющих композиции казахских авторов. Тамара Степанова, Салмат Бекбаев, Актау, 24 КИЗ.